Всем привет! Седьмая серия турецкого сериала «Рецепт любви» выйдет 19 июля. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть через пару дней. Если вы хотите, чтобы Фырат и нас были вместе, ставьте лайк, чтобы увидеть наше число. Когда Фырат остался один на один с нас, он попросил ее не выходить замуж за Тайлана и хорошенько подумать, прежде чем принять такое важное решение. Фырат не подозревал, что Тайлан уже приготовил для него огромный сюрприз. Когда Фырат собирался рассказать про свои чувства о нас, пришло сообщение от Тайлана. То, что ему пришлось увидеть, шокировало Фырата, и он был вынужден резко оставить нас. Тайлан показал Фырату видеозапись, на которой был запечатлен Мирза на месте преступления. И теперь он будет использовать это видео в качестве шантажа. Тайлан устал наблюдать за тем, что происходит между Фыратом и нас. Поэтому он сказал Фырату, что с завтрашнего дня ему придется уволиться с этой работы. Тайлан начинает ликовать и надеется, что ему наконец-то удалось избавиться от Фырата. Эргин вспомнил про комитет, который должен прийти в ресторан, и для них это шанс не проиграть в битве. Из-за последних событий Фырат еще больше разозлился на Тайлана. И теперь он намерен ему отомстить. В этой истории будет всего лишь один проигравший, и скорее всего это Тайлан. За последнее время в жизни Фырата произошло очень много событий, и он даже не может вспомнить, как он смог выйти на такой ужасный путь. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.